Смех продлевает жизнь. Ради улыбок и хорошего настроения эти ребята готовы сражаться до последнего. Мариупольский гуманитарный университет. 6 команд соревнуются за звание самой веселой и находчивой в игре под названием «Давайте смеяться вместе». Капитан команды общежития МГУ 6 факультет Юрий Давыденко так старательно готовился к выступлению, что сломал мизинец на ноге. Тяжело, но мы выстоим и нацелены. Куда мы нацелены? На победу. На победу мы нацелены. Я капитан команды, а ты кто? Соруководитель. Он соруководитель. Соруководитель команды 6 факультет Виталий Шибаниц пока учится в школе, но уже знает толк в девушках. Я могу быть ревизором у ревизора. Спасибо. Ну что, поздравь меня, я выиграл. А эти ребята обошлись без переломов, но тоже очень хотят победить. Их шутки на тему волшебства и нелегкой студенческой жизни. Мы играем за... За Иньяс. За Иньяс, да. Юмор, наверное, был всегда чем-то важным в любое время, и для нашего времени тоже это не исключение. Поэтому я думаю, что подобные мероприятия, они помогают отвлечься от каких-то реалий не особо веселых. Поэтому я думаю, да, это важно. Зачем козе баян? От каких двух слов произошло название города Херсон? И почему группа крови на рукаве? На эти и другие веселые вопросы КВНщики отвечали на конкурсе «Разминка». Далее команды презентовали свои забавные видеоролики. Пришло время подводить итоги. Победителем игры стала команда «Стипендия» исторического факультета МГУ. Все участники получили сладкие призы от спонсоров – компании «Тринити». Наша фишка, что мы все вместе делаем. Да, главное с командой. Да. По очередности нам. Кто-то придумал, кто-то додумал, кто-то откинул, кто-то заново придумал. Большое спасибо. Да, большое спасибо. Спасибо. Да. Будем они молодцы. Какой-то шаг к тому, чтобы ребята как-то вдохновились. Мы говорим от МГУ, от всего студенческого совета и от студентов. Огромное спасибо Тринити за то, что они вот так активно нас поддерживают. Чувство юмора нужно развивать, поэтому КВНщики гуманитарного университета решили в будущем почаще проводить такие игры, а компания «Тринити» будет поддерживать инициативу студентов.